украинский писатель и художник Адольфик Гарі пообещал спрыгнуть с Киевского моста в Днепр, если российская сборная одержит победу над национальной командой Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Об этом он заявил изданию Ukraina.ru. «Я сейчас думаю над тем, чтобы пообещать сделать в случае выигрыша России у Хорватии, думаю, что будет что-то такое очень сильное. Скорее всего, я в Киеве спрыгну с моста Патона в Днепр», — сказал он. Ранее Гарі пообещал пробежаться голым по Крещатику. «Если Россия обыграет Испанию в 1/8 финала чемпионата, я пробегусь голым по Крещатику, если сборная России выиграет сегодня у Испании. Поскольку считаю сборную России полным отстоем с невероятной, как это у них принято, гордыней, выигравший 2 договорных матча с аутсайдерами», написал он в Фейсбук накануне матча. Орфография авторская, примечание. Ленты.ру. После побед России над Саудовской Аравией и Египтом писатель также собирался прибить мошонку гвоздями к асфальту на главной улице Киева, если Россия выиграет хотя бы еще один матч. Отмечается, что ни одно из своих обещаний он не выполнил. Россия поборется с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата в субботу, 7 июля. Матч начнется в 21 час по московскому времени. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись.